Следующая станция Когтево. Платформа слева. Нажмите кнопку для открытия дверей. Станция Когтево. Платформа слева. Следующая станция – Лихоборы. Платформа справа. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Thank you.
станция Лихоборы. Платформа справа. Переход на третий диаметр. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Станция Окружная. Платформа справа. Переход на станцию метро Окружная. Выход к железнодорожной станции Окружная, первый диаметр, и аэроэкспрессом в аэропорт Шереметьево. Следующая станция Владыкино. Платформа справа. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Thank you.
Станция Владыкина. Платформа справа. Переход на станцию метро Владыкина. Следующая станция Ботанический сад. Платформа справа. Нажмите кнопку для открытия двери. Ботанический сад. Платформа справа. Наземный переход на станцию метро Ботанический сад. Уважаемые пассажиры, за несанкционированный проход на пассажирские платформы и нахождение в зоне движения поездов предусмотрена административная ответственность. Следующая станция Ростокино. Платформа слева. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам.
станция Ростокина. Платформа слева. Выход к железнодорожной станции Ростокина. Следующая станция Белокаменная. Платформа слева. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Станция Белокаменная. Платформа слева. Следующая станция – бульвар Рокоссовского. Платформа справа. Нажмите кнопку для открытия дверей. Thank you.
станция Бульвар Рокоссовского. Платформа справа. Наземный переход на станцию метро Бульвар Рокоссовского. Станция «Локомотив». Платформа справа. Нажмите кнопку для открытия дверей. Локомотив. Платформа справа. Переход на станцию метро Черкизовская. Выход к Восточному вокзалу. Следующая станция Измайлова. Платформа справа. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Следующая станция Измайлова. Платформа справа. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Thank you.
Станция Измайлова. Платформа справа. Наземный переход на станцию метро Партизанская. Санкционированный проход на пассажирские платформы и нахождение в зоне движения поездов предусмотрена административная ответственность. Следующая станция – Соколиная гора. Платформа справа. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Леша, мне после твоего фонарика глаза к зайчике. Я специально. Не успею. Выдержи. Они еще. Из пластика это крючок. Сертификат на удачу. И владение. Софистикет. Засрано качество. Да это я видел. Ну вот я тебе буду говорить. А, я просто на диск закинул. Просто меньше вопросов. К примеру, почему вот это у меня написано? Соколиная гора. Платформа справа. Следующая станция – шоссе энтузиастов. Платформа слева. Нажмите кнопку для открытия дверей. Следующая станция – шоссе энтузиастов. Платформа слева. Нажмите кнопку для открытия дверей. Хочу 150 рублей. Могу приколоться уже. Дальше сразу. Я понимаю, что они все заряжают, все нельзя приколоть. Я вон нож такой торгую с 400 на 200. Thank you.
станция «Шоссе энтузиастов». Платформа слева. Наземный переход на станцию метро «Шоссе энтузиастов». Станция Андроновка. Платформа справа. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Если односторонний движение, ты можешь как проехать прямо, так повернуть на это, так и развернуться. Здесь только для грузовых, как говоришь, более, а это для всех. Ты должен вступить на дорогу по одновременному пересечению, по перестроению. Ты хоть новый мотоцикл? Почему? Наоборот, по машине. По кругу машины. Что-то справа, не очень справа. Разрешение вам будет удар по поступке в признанке. Запрещено, а не оставляется. Да. С какой скоростью вы имеете право и менее 40 не больше? Нет, это только по левой полосе. Ты завершен. Следующая станция Нижегородская. Платформа слева. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Значит, если ты ему не запрещаешь движение, ты можешь проехать по системе. Это же далеко. Б, он уже за поворотом. То есть, скажем так, до поворота, да, да, да. А прямо под знаком. А, куда уходишь? Потому что это более... Thank you.
на спец. Убирать на спец. Есть такой прикол, что если у тебя видимость дальше 100, то ты можешь, в принципе. Мне это запрещено. И запрещено лишь, если это грузовик. Не, вообще запрещено. Или другой транспорт. Как на следующий, как заворачивать направо? Да как, куда ему выступать уже? А, нет, ладно, там вступить обоим направо. Дальше все. Вступить обоим направо. Да. Вы намерены повернуть на шутисты? Мне должен пропустить. Станция Нижегородская, платформа слева, переход на Большую кольцевую и Некрасовскую линии метро, 4-й диаметр. Ручник не работает, да, Градик? Да. Я только мастер. Что, ты пока бежишь, а что? Ставишь на нее, а вот так.